отзывы очень важны. И как получить Amazon отзывы на новый листинг? Сейчас я получаю отзывы на Amazon листинг по следующей стратегии. Я смотрю, сколько конкуренты ставят на мой товар, похожий такой товар, который я продаю, и снижаю. Нет, сначала я запускаю по той же цене, даже по максимуму, можно сказать. То есть, к примеру, если у конкурента $30 стоит товар, а у меня похожий товар, как у моего конкурента, я тоже ставлю $30, и у меня новый листинг. Я только запустил товар, 0 отзывов. И я запускаю рекламу. Без рекламы вообще ничего продаваться не будет. Никто листинг ваш не увидит. Он где-то там внизу на 10-тысячной странице и так далее. Поэтому вам обязательно нужно сразу включить день номер один. Только поступил товар на склад, и вы уже включаете рекламу на Amazon листинг, на новый товар с нулем отзывов. И продаете по полной цене $30. И смотрите день-два продажи. Если что-то продалось, окей. Это супер. Значит, можно начать продавать ваш товар даже без дисконта. Вы просто ждете, когда появятся отзывы. Через месяц, к примеру, они могут прийти. Но эти отзывы у вас никто не удалит. Я не советую заказывать через сервисы. Там ставят отзывы с аккаунтов, которые ставят очень много отзывов. Amazon видит, что этот аккаунт подозрительно много оставляет отзывов на все свои покупки. Соответственно, такой отзыв могут удалить. А еще хуже заблокировать Amazon листинг, а еще хуже аккаунт. И если у вас не продается по полной цене, значит, вы делаете сейл, распродажу. К примеру, мы продаем товар за $30, мы делаем сейл на $5. 24,99, перечеркивается цена. Ну, иногда не перечеркивается, если продаж не было. Но если было бы хотя бы пару продаж, то перечеркнется цена. А если были продажи по полной цене, я имею в виду, допустим, 30 перечеркнуто, 24,99. Но даже если не будет перечеркнутой цены, неважно. Мы продаем по 24,99, день-два смотрим, если продается, супер. Значит, мы опять же можем по этой цене дождаться первых отзывов и потом поднять на $5, вернуть цену. Ну, вернее, она сама поднимется, потому что мы сейл делаем, она автоматически вернется. Я советую делать сейл, потому что когда делаете сейл, цена поднимается без проблем. Но если вы просто меняете цену, а потом хотите резко на $5 поднять цену, Amazon забирает у вас buy box, и у вас не написано на листинге in stock, а просто нужно заходить в buying options и выбирать продавца. Ну, вы там один, но неважно. Это не любит делать клиент, потому что нету кнопки купить сразу и не горит in stock. Вот. Ну и так далее. Если у вас не продается по 24,99, значит, вы делаете сейл на 19,99 и так далее. Вам нужно просто нащупать цену, по которой будут продавать ваш товар без отзывов. Ну, как вы получите первый отзыв, там 1, 2, 3 отзыва. Вы сможете дальше не делать сейл, просто у вас автоматически возвращается цена $30, к примеру. Полный у вас сейл просто закончился, дата, допустим, у вас было там до 15 октября. 15 октября наступает, у вас возвращается автоматически цена, и вы смотрите, покупают у вас за $30 с вашим одним отзывом, с двумя отзывами или с тремя отзывами, или нет. Если покупают, супер, вы тогда просто дальше оптимизируете рекламу, настраиваете и так далее. Если опять не покупают, потому что мало отзывов, а у конкурента, к примеру, там 200 отзывов, вы просто опять можете сделать сейл, но уже не до 19,99, а до 24,99, соответственно, и посмотреть. И у вас уже будет перечеркнутая цена, потому что уже пару человек у вас купило по $30. Amazon понимает, что это реальная цена, по которой реально покупали люди, и он перечеркнет цену, это увеличит конверсию, потому что люди любят перечеркнутая цена, там 15% скидки загорится или там 10%, надо посчитать. И таким образом вы запускаете новые товары, устанавливаете цены, получаете отзывы, которые не удалит Amazon, потому что это будут реальные органические отзывы от реальных людей.